Они свидетели тех далеких лет, тех грозных событий. Кажется, и сегодня пахнут порохом и дымом. Фронтовые треугольники – самое важное, что могли получить родственники солдат. Заветные конвертики в семьях хранились годами, особенно если их авторы не вернулись из боя. И сегодня их читает новое поколение. У нас в школе есть герой, да, который погиб в Чеченской Республике во время исполнения своего интернационального долга. И о нем, о том, как он служил, мы изучаем по письмам, по его письмам. И в этом году вот возникла такая мысль, что не только письма нашего выпускника изучить, но и письма о войне, потому что это личные чувства, ощущения, какие те, которые испытывали солдаты во время боев, во время передышек. В годы войны дети не прекращали учиться, хотя даже писать домашнее задание было не на чем. Искали обои, картонки, все, что можно использовать как бумагу. Тетради же дети уносили в госпитали, чтобы раненые солдаты могли послать весточку домой. Практически все школы были заняты под госпиталя. Это не только касается нашего города, это вообще всех городов Вологодской области, потому что блокадники шли через нас. Учебный процесс не прерывался. И пусть там приходилось учиться во вторую, в третью смену, в перемешку с тем, что помогали раненым, дети учились и заканчивали и 7 классов, и 10 классов. Но 10 классов, к сожалению, уже заканчивали мало. Мальчишки сразу уходили на фронт. Вспомнили сегодня и учителей, которые уходили на фронт, ведь именно после Великой Отечественной профессия педагога стала женской, мужчин осталось совсем мало, а в небольшом, но таком важном шествии бессмертного полка больше 450 школьников принесли по территории школы портреты своих героев, прадедушек и прабабушек. Это мой прадедушка, его зовут Чайка Трофим Иосифович, он прошел всю войну, он родился и прожил всю жизнь на Украине, в селе, и там он похоронен. Мой прадедушка Васильев Иван Васильевич, он прошел полностью всю войну. На фотографии изображен мой прадедушка и его брат. Мой прадедушка, он служил в механическом отряде летчиков-истребителей. Он был неоднократно награжден орденами и медалями и покинул фронт только при ранении. А дядя Боря, его брат, он был студентом второго курса и ушел на фронт добровольцем. В одном из страшных сражений он потерял ногу, из-за этого он ушел с фронта. А уже 9 мая дети вместе с родителями встанут в ряды городского бессмертного полка. Шествие станет одним из главных событий этого дня. Мы постараемся охватить всю категорию горожан. Состоятся традиционные концерты передвижных агитбригад. То есть агитбригады можно будет встретить в парке Ленинского комсомола. Состоится первая агитбригада сразу по окончании парада в 11 часов. Пройдут в Доме музыки и кино кинопоказы военных фильмов. То есть с 10 и до 20 часов. Вход свободный на данные кинопоказы. Ну и будут организованы интерактивные площадки в парке Победы. Масштабная праздничная площадка развернется в парке Ленинского комсомола. Там череповчане смогут спеть военные песни, потанцевать под открытым небом, даже принять участие в курсе молодого бойца. Кроме того, горожане смогут чуть больше узнать о родных, воевавших во время Великой Отечественной. Завтра, 9 мая, Череповец, город трудовой доблести и славы, готов вместе со всей страной отметить 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Анастасия Ходкова, Егор Плеснин. Новости.